А сзади, бля, опасно ехать. Ладно, едем на ощупь, потому что GPS не работают. Кайф. Ага, дёртик. Снежный такой. Что, какой-нибудь тропой попробуем вылезти? Ну да, наверное. Было да? Поинтереснее, да? Ага. Потыкаемся хотя бы, посмотрим, что где. А, ну да, вот он.
Вот этот подъем, красавчик, да. Ну, сток. Красава вообще. Ну, отлично вообще. Оп. Если бы не соскользнул, можно было бы сразу и вверх ехать. А я тут буксанул. Ага. Тю. Да, а нет, не тю. Ага. Тихо, тихо, бля. Фу. О, тут уже прям дорога. Да ёб твою, ну шо ж ты, блядь, оп. Тебя унесло? Вообще огонь! Воу! О! О! Плечо нормально? Да, там она сухая была так. Вот там вот Сократ какой-то, ну, давай круто. Там. Я думал, что я сейчас в нее вот так зайду, понял? Но я, походу, сильно. Давайте вот прямо поедем. Смотри, она такая же утоптанная. Давай лучше так, да. Я, кстати, вот такие повороты не умею проходить. Опа! Как? Ух, ехали, ехали вверх. И хер знает, где вверху оказались. Ну, логично, кстати. Какой запах, а? Вот так бы вылететь бы. Да. Нет такого желания? Есть. Блядь, вот только последствия. Да, вот где-то там сохраниться бы просто. Да. И так вылететь по вот эти ощущения.
Ну на, посмотри, заезжай. Все. Все? Не, реально, тут как старая красная вот эта. Я на сегодня нашкрябался на инжире, ну там уже. Давай, 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 давай. До тебя доехал. Ну что, затолкаемся? Это я только начало. А? А у Вади. Потолкни. Шкребутся. Ну вы как для стоковых, в принципе, вообще боевые пацаны. А что, нехорошее? Да я наверх на сликах заедешь уже. Это сюрприз. Болит все, даже мышцы те, о которых ты не знал, о их существовании, да. По-любому, наверное, какая-то должна быть вот там, нет? Не знаю, Макс, можем как... Метров 700? Побольше, 860 где-то. Мы нормально так проехали, считай, оттуда.
тумане. Молоко, да? Руки забились.